Всем здорово, ребят. Ну что, настал наконец-таки этот момент. У нас открылся найм, супер найм. Я забрал вот таких вот 10 камешков. Соответственно, я смогу еще сделать найм. Ну, не 10, а у нас здесь по 10, x10. На английском по одному. И я сейчас доберу недостающие итемы. 5 сумок зефира, и получится у меня 10 монеток. Итого у нас осталось еще 20. Так, забрали. Я, скорее всего, не успею собрать, получить карту. Это не надо. Поменяем давайте на пыльцу. Еще одну потом пыльцу заберу. В общем, сейчас будем пробовать с вами вытаскивать недостающих героев. Так, сегодня последний день. Бард. Один осколок. 400. 2, 10. Нормально. Очень даже неплохо. Так, что у нас здесь? Ну, это у нас будет еще длиться 2 недели. Это я дособираю. В общем, поехали, позабираем итемы. Я еще, кстати, сегодня с бесплатки 500 самов получил. Очень часто мне, наверное, раз 5-6 уже отсюда по 500 самов упало. Довольно-таки неплохо. Должны были открыться сундучки. Но, к сожалению, их я что-то не видел. Может, попозже добавят, но пока нету. Наверное, может, а может и завтра будут, кто его знает. Это рынок 1+1. Так, у нас есть найм на питомцев. Тратить, не тратить, 5600 самов. Это при том, что я вчера делал эволюцию, там тоже нормально потратил самоцветов. Паки 1+1. Ладно. Это все такое. В общем, супер. Супер найм, и это есть только на немецком сервере, на других серваках этого нету, что раздают так халявно. В общем, поехали. Давайте начнем с найма, а потом откроем еще мешки зефира по 10. Первый. 40 осколков на вольта. А ну-ка, интересно, сколько у меня там что по осколкам было. Мы, по-моему, вытаскивали были еще осколки. Но это, ребят, это без доната, то есть возможность такая есть не на всех. Зефир 108. С тех, кто меня интересует, окник мне уже не интересен. 108 некрос. Вот вольт. 83 осколка. Ну окей, поехали. Конечно, шанс ловить. Блять, ну куда? Ну это было уже. Нахрена мне это лисит? Это лисица, это просто писец. Вот куда, блядь? Она у меня уже есть, нафига? Поехали. Некрос 20. Ну такое. Оккультист. 5 роллов, но я думаю, кого-то из вас сегодня, надеюсь, повезет. Так, ладно, поехали, пооткрываем остальное, пока остынем. Так, скины. Это я сегодня ищу итемы. Ну, как видите, падает реально рандомно. Конечно, было бы круто вытащить отсюда зефира. Это самый реальный шанс. Ну и осколки, я вам скажу, это тоже круто. Это намного быстрее соберешь. Так, ну поехали. Чик. 18. Ну, ребята 30 плюс вытаскивали. Я вчера делал открытие сумок. В принципе, довольно-таки неплохо упало, но, к сожалению, здесь так не получится. Такс, ну что, поехали. Поехали дальше. Блять, падает именно то, что я уже вытаскивал. Афина, ну нахрена мне это Афина? Так, 3 попытки у нас осталось. Две попытки, я уже не знаю. Этих 10 попыток
Это просто писец какой-то. Я так ждал этого момента, блядь. Просто я ждал, что я хотя бы что-то недостающее получу. Нифига. Кроме пока... Ну, Афина у меня есть, это чисто повторка, экономить какашки. Нафиг не нужна. Дракона мы собрали в прошлый раз. Дракон у меня уже есть. Ну, Вольта единственный вариант, конечно, это мы быстрее Вольта соберем здесь. Лисица тоже нафиг не нужна. Она уже есть. Ну, все как обычно, короче. О, вот это вот. Лучше бы Арктика реально упала, блин. Тупо нафиг этот дракон. Дракон у меня уже есть. Так, а что у меня по Арктике, по осколкам? Ну, мне, по-моему, один раз она упала только. Сейчас, блин, надо найти еще. Но все в разброс. 155, вот так вот. Ну, блин, а дракон нам упал. Нафиг мне этот дракон нужен был? Дракона 100. Я его собрал в прошлый раз. Так, ну что, последняя попытка. Фобушка 20. Эх, да. Печально, печально. Пишите, в общем, в комментах, кто что вытащил. Ну, как видите, Некроса мы получили, осколки, Арктику получили, этого получили, оккультиста получили, огник упал, Вольта получили два раза. Самый нижний ряд в основном упал. Упала нам целая финка, остальное все, и лисица упала. Остальное все очень-очень сложно падает. Да, шансы, конечно, очень печальные. Но, в принципе, мне с таких героев здесь только единственное, кто, конечно, нужен был, это осколки Зефира. Остальное, в принципе, вот это все, что нижнее нам упало. Ну, Мэри неплохо было бы. Барда, понятно, что мне надо собирать, как видите, его дофига. Вот Мэри неплохо было бы, чтобы упало. Ну, Берс. А так-то, в принципе, особо, кроме Зефира, больше нечего. Ну, что имеем, то имеем. Так, а что у нас по осколкам? В любом случае, это плюс. Я практически собрал Арктику себе. То есть у меня практически есть Арктика. Мне надо еще будет там, ну, не знаю, пару раз паролить. Я думаю, Арктику мы соберем. 150. С таких героев. Зефира у меня 126. Ну, еще 80 осколков осталось. В принципе, плюс-минус. Постепенно соберу, думаю, скоро будут мешки продавать в этом геймерсе за наборы будут давать, поэтому думаю, без проблем получим, соберем. Что еще такого у нас есть? Ну, в принципе, а так нормальный обычный ролик. В любом случае, это бесплатно, без доната. Мы это все получили. Так, что у меня тут? Можно еще 5 пыльцы будет забрать. 4 попытки, я думаю, это сделаю. Монетки мы все забрали, отлично. 15 монет у меня есть, но у меня монеты пока некуда тратить. Буду ждать, возможно, за монетки что-то интересное будет на этом. Попробуем собрать, может повезет. Так, а ну-ка я сейчас забегу на арену. Попробуем дособирать с вами пыль. Если повезет. Ну, и так, в принципе, круто. Арктику практически дособирали. Дракона отсюда я получил. Это реально самая топовая тема. Одна из самых топовых тем на немке. Это возможность вот это вот собирать осколками героя. Для бездоната реальных этих осколков дают дофига. Поэтому этот шанс не стоит однозначно упускать. Ну, конечно, тут есть рандомчик. Но, ребята... Бодя вытащил Зефира. Многие повытаскивали, писали ребята Зефиров. Да даже любые осколки, это реально круто, потому что на других серваках такой халявы в острове нет. И плюс здесь еще один плюс, то что в острове у тебя есть возможность собрать предыдущих героев. Там хоть и один осколок, два осколка, но эта возможность есть по сравнению с другими серваками. Такс. Нифига не падает. То, что нам надо. Что-то печально начало падать. Сейчас мне тут... Хотя, может, мы не затащим, вряд ли.
А может и затащим. 90% алок не осталось. Огник, огник. Там Фрея. Нет, мы их ушатали. Ну, отлично. Показывал одно. Вот, пожалуйста, еще обменяли. В итоге карту, видите, я не успел собрать. Это единственное, 30 мне не хватило попыток. Ну а так, в принципе, я сделал то, что хотел. Пофармил эту неделю. Очень-очень даже неплохо. Будет с зефиркой, то, о чем я говорил. Такс. Идем еще в найм. Потрачу пыльцу, чтобы место не занимало, в принципе, остров. Еще у нас попытки. Можно было бы на следующий островок подождать, забрать их два осколка. Ну, вот, божество плюс один осколок. Бард, то, о чем я говорил. То есть здесь именно падает, вот смотрите, и 5 осколков магом. Реально это круто. На бездонате, на немке играть, ты имеешь возможность дособирать предыдущих героев. Это реально плюс. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, пишите, кто что вытащил. Всем удачи, всем пока.